Для артистов хора выступление в Тирасполе уже третье в гастрольном графике. С концертами коллектив посетил Кишинев и Камрад. Для своих приднестровских зрителей музыканты привезли особую программу, сочетающую духовную музыку и фольклор. Мы стараемся подчеркнуть любовь человека к Отечеству и то, как его чувство долга перебарывает смятение, которое царит в сердце любого из нас, ведь все мы люди. За дирижерским пультом Евгений Волков совсем недавно. Признается, управлять таким кораблем – великая честь. Ведь до него на этом месте стоял знаменитый Борис Тевлин, выдающийся русский хоровой дирижер, профессор и народный артист России. Именно под его руководством хор в свое время и получил мировое признание. Мы специально выбрали репертуар, чтобы люди могли услышать те произведения, которые не звучали на сцене десятки лет. Фактически по 80, по 70 лет они не могли прозвучать на наших сценах. И вот сейчас мы их возвращаем. Основу репертуара хора сегодня составляют русские народные песни в обработке Александра Свешникова. Это его имя носит коллектив. «Вниз по матушке по Волге», духовная пьеса «Разбойника» и любимый многими «Вечерний звон». Послушать оригинальные композиции пришли несколько десятков человек. Среди зрителей был и президент республики Евгений Шевчук, а также чрезвычайный и полномочный посол России Фарид Мухаметшин. Именно благодаря им стало возможным проведение концерта. Интересно, что среди артистов хора была и наша соотечественница Екатерина Калинина. Девушка рассказывает, выступать на родной сцене было очень волнительно. Было тяжело, но было приятно. Чувствовалась поддержка публики, родной публики. Мне пришли многие знакомые, друзья. Было очень приятно. Удовольствие от концерта получили и зрители. Отличный концерт. Удовольствие получили неимоверное. Великолепные голоса, эмоционально, чистое исполнение. Ну просто восторг. Восхитительно. Мы в таком радостном, хорошем настроении. Большое спасибо России, что они приезжают к нам и нас радуют. Ирина Полесика, Тимофей Чекан, Первый Приднестровский.